Привет, пишите, у кого такой учебник? Коварнейшая задача из 7 класса этого учебника. Решат не все взрослые. Точки Б, Д и М лежат на одной прямой. Отрезок БД 7, МД 16, найти БМ. Хоть кто-нибудь даст абсолютно правильный ответ. Думайте, как могут располагаться эти точки. Б, Д в середине, а М где-то здесь. Итак, ДМ 16, БД 7. И весь отрезок БМ 7 плюс 16, 23. Такого, наверное, больше всего ответов. Но если вы дадите только этот ответ, это не будет абсолютно правильный ответ. Но ведь точки могут располагаться иначе. Точка Б может быть в середине. Д, М и точка Б в середине. БД 7, МД 16. Чему тогда отрезок БМ 16 минус 7, 9? Еще один ответ. 9.